Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с жестким диском, который понадобился мне для контента. Сами знаете, тут изобрели новую криптовалюту китайцы. И как результат исчезли все жесткие диски достаточно большого размера, свыше 2-3 терабайт. А на смену им пришли достаточно дорогостоящие экземпляры. И в данном варианте повезло в одном месте. Хотел брать на компьютер универс. Даже там с доставкой получается меньше, чем брать в наших магазинах сетевых и тому подобное. Но, как обычно это бывает на Алиэкспресс, там в очередную черную пятницу и тому подобное, зарегистрировался один российский магазин, и результаты скидка была достаточно хорошая, что перекрывало стоимость на компьютер универс данного жесткого диска плюс доставка там, ну, не намного, но все же там на 1000, может, чуть меньше. Поэтому взял я этот жесткий диск на 8 терабайт, мне нужен для медиафайлов, так как контент растет, поэтому нужно куда-то его хранить, помимо сделанного экземпляра, который размещается на YouTube канале, но и также идут сопутствующие файлы, как правило, это 2-3 раза больше того, что продемонстрировано в ролике. Хотел я брать 6 терабайт, но ввиду того, что предоставилась такая возможность, взял на 8 терабайт. Стандартный производитель уже Toshiba. И в данном варианте это боксовый вариант. То он говорит о том, что непростой вариант в антистатическом пакете серебристого цвета. Кстати, несколько распаковок жестких дисков на 3 терабайта было у меня. Кстати, поместится он в DAS-систему Orica на 5 дисков, максимальное количество возможно разместить, и общим объемом до 50 терабайт, то есть каждый диск по 10 терабайт. Ну, как вариант, проверим, пройдет ли 8 терабайт в этом боксе Orica. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, давайте посмотрим, что пришло нам в результате. Упакованную упаковку. Это специальная упаковка для того, чтобы транспортировать, если вы боитесь, что у вас будут различные битые сектора. Внутри идет амортизация, ну, в виде воздушной пупырки такой с воздухом. Ну и в результате он может кое-какие удары амортизировать, ну и тем самым в более хорошем виде поступит вам в ваши руки. И тут продемонстрированы различные варианты в настоящее время, что производит данная фирма. То есть от лаптоповских вариантов и заканчивая десктоповскими вариантами, в том числе и нас. И также продемонстрировано, кому это важно, их отличительные особенности и так далее. У меня есть вариант P300. Кстати, продемонстрирую я их. И в данном варианте то есть взят X300. То есть это декстопный вариант для улучшенный декстопный вариант, как там написано. Все это мы разместим в Orica. Да, и тестировать на скорость я буду при помощи этого бокса через USB подключение USB 3.0. И продемонстрирую скорости, то есть существующих. Кстати, там размещено 3 диска, чуть позже мы увидим. На 2 я не смогу показать, покажу только время использования и что с ними случилось. А на 1 смогу показать скорость. В отличительной особенности от этого жесткого диска, там 4 раза меньше буферизация. Здесь 256, а там 64 мегабайта. Ну и посмотрим, как значительно отличается скорость. На сериал ATA 3.0 я продемонстрировать не буду, потому что у меня нет декстопных системников. Я считаю это бесполезное. У воздуха пылесборник. Будем тестировать на ноутбуке через DAS-систему Orica. И давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Для этого воспользуемся ножичком. И сразу же видим вариант амортизации. Вон там вторая лежит. Сейчас я ее достану специально. Вот в таком виде у вас транспортируется. Стандартная их документация. Также здесь приводятся различные варианты их дисков. Это помимо того, что внутреннее исполнение, так и внешнее исполнение. В том числе есть и вариант на русском. Сейчас посмотрим. Да, есть русский вариант документации. Тут сразу же все, как и представление о том, какие возможности у вас. То есть быстрый старт и информация о гарантии. Что у нас находится внутри? Две пупырчатые амортизационные вставки и без клейки
лежит сам жесткий диск. Вот он такого вида. Стандартное подключение сериала ТА. Как видим. Ну и стандартное крепление, если вы размещаете непосредственно в корпусах достаточно большого объема. И давайте сейчас посмотрим, как он размещается непосредственно в корпусе DAS-системы Orica. Для этого откроем крышку. Как видим, там уже три варианта лежит. И давайте устанавливать. То есть это будет четвертый разъем. Три у нас уже имеются. Вот это самый долгожитель. 15 года, в мае сделано. Так, остальные чуть позже. Ну, здесь вот даты нету. Хотя он 16 можно было здесь. Не вижу я дату. То есть два вот P300 для обычных десктопных решений. Вот он, четвертый у нас диск. Что из себя представляет система Orica? Некоторые комментарии просили меня переснять. Но я думаю, этого видео будет достаточно. Все он живет с того момента, как представлено видеоролик на канале в виде накопителей жестких дисков продемонстрировано. Я чуть ранее. Подключается непосредственно к интернет-центру Kinetic Ultra. Ну и благодаря Kinetic Ultra и гигабитной сети идет раздача на различные устройства, телевизоры, ноутбуки и смартфоны. Вы можете просмотреть в любом месте из-за гигабитной сети, причем не только гигабитной по LAN-проводу, по живому проводу, так и по воздуху, по Wi-Fi. Все прекрасно раздается, причем именно гигабитная сеть. Так, например, если вы осуществляете закачку на тарифном плане 100 мегабит в секунду, то у вас еще 90% остается для того, чтобы осуществлять какие-то действия. Если у вас 100 мегабитная сеть, то только закачка, ну либо уменьшение скорости закачки, ну и тем самым использование внутренних дисков. В данном случае практически все меня устраивает, то есть работает без проблем. Насчет шума как такового нету, потому что он стоит достаточно далеко за телевизором в невидимом месте и подключается по кабелю USB 3.0 интернет-центру Kinetic Ultra. Все прекрасно с ним взаимодействует, никаких проблем не осуществляю. Как по просмотру медиа-контента на различных устройствах, так и различные перекидывания файлов с одного устройства на другое. На гигабитной сети достаточно хорошо все это делать. Это не нужно ждать на 100 мегабитной сети копирования файлов. Поэтому рекомендую данную DAS-систему для того, чтобы осуществить как медиа-архив и использование различными устройствами. И сейчас мы будем подключать и смотреть, что из себя представляет жизнь предыдущих трех, и на двух мы проведем испытание скорости. Итак, давайте рассмотрим, что из себя представляет жизненный цикл трех жестких дисков, и посмотрим также новый жесткий диск на 8 терабайт, как он поместился внутрь и что из себя представляет. Давайте проверим скорость нового жесткого диска. Ничего, что он пустой. Кому надо там 78 заполнять, 80 терабайт, пожалуйста, заполняйте и проверяйте скорость. Мне как-то это нет необходимости. Тем более, это все идет под медиа-контент. Мелкие файлы у меня здесь присутствовать не будет. В основном, начиная от 200 мегабайт до 120 гигабайт. Поэтому, как таковые мелкие файлы, смотреть, как они перекидываются и тому подобное, функционировать не здесь нет необходимости. Поэтому смотрим на пустом жестком диске. Ну и давайте также скопируем один файл выше 1 гигабайта и посмотрим, как у нас копируется на новый жесткий диск Toshiba X300.
И давайте посмотрим предыдущий жесткий диск скорость на P300 на 3 терабайта для буферизации 64 мегабайта. Те же самые скорости. Здесь диск заполнен где-то около 20%. И тем самым понаблюдаете отличие от предыдущего варианта на 8 терабайт по скорости чтения и скорости записи. И то же самое проделаем для жесткого диска предыдущего P300. Скопируем тот же самый файл и посмотрим, как отличается скорость записи на этот диск. Итак, я вам продемонстрировал возможности жесткого диска Toshiba X300 на 8 терабайт, скорость 7200, буферизация 256 мегабайт. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.